Всем привет, с вами онлайн. И сегодня я вам покажу, как сделать некликабельную аватарку ВКонтакте. Но прежде чем мы начнем, подпишись на мой канал и не пропусти новые видео. Поехали. Первым делом нам необходимо удалить все фотографии ВКонтакте и оставить одну, либо сразу же удаляем все и загружаем заново ту фотографию, которую хотим сделать некликабельной аватаркой. Так. Советую вам сразу определиться с размером, так как после того, как мы сделаем ее некликабельной, это станет невозможно. Сохраняем также миниатюру. Так, есть. Как видите, всего лишь одна фотография. Кстати, блок сохраненных фотографий можете не удалять, они не помешают. Так, переходим на вот эту страничку, ссылочку я оставлю в описании, и вставляем вот эту вот формочку код. Код также я оставлю в описании. И нажимаем выполнить. Ошибка доступа. Обновим страничку. Так. Выполнить. Вот у нас появилась клик. Мы должны жать эту кнопочку до тех пор, пока у нас не появится надпись No Click. Если у вас будет выбрасывать ошибку, очень не пугайтесь. Нажимайте дальше и ждите, пока выпадет No Click. Вот, No Click, отлично. Переходим обратно на нашу страничку. Обновляем. Вот, видно, что фотографии здесь нет. А на вот эту мы нажать никак не можем. И изменить миниатюру также мы не можем. И удалить также не можем. Если понравилось видео, ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал.